Открывая стандартный контейнер, получаете ключ ультра, этим ключом открываете ультра-контейнер и получаете скин. Новый скам от ореха в грядущем обновлении. Друзья, приветствую всех на канале, с вами Мортал Хиро, и в сегодняшнем ролике вместе с вами взглянем на то самое грядущее наше обновление, а точнее видеоблоги о том, что же нам уже успели показать, ну и конечно рассказать, поэтому в свою очередь обязательно ролик не забывайте поддерживать пальчиком вверх, также заодно в комментариях делитесь вашими впечатлениями, потому что идет речь о ключах для контейнеров. Многие, возможно, ребята, которые играют в другие проекты, о чем-то подобном не только слышали, но еще, как говорится, на себе это все уже знают. Особенно в КС-ке вроде как раз таки там существуют ключи для контейнеров. Ну что ж, друзья, если впервые на канале, также подпишитесь и прожмите колокольчик. Но я, в свою очередь, наверное, могу себе уже позволить включить, и будем вместе с вами потихонечку слушать. Ну и, конечно, в каких-то моментах я обязательно ворвусь, возможно, прокомментирую моментик. Любите ли вы копить контейнеры или сразу открываете все заработанные? С вас ответ в комментариях. А пока вы пишете, скажу, что в игре планируется крупное обновление. Арт-отдел готовит визуально улучшенные контейнеры. На ваших экранах концепты четырех ящиков. Сверху над ними ключи для открывания контейнеров. Получается, просто в HD-модели перерисовывают обычно наши контейнеры. Как ни странно, у меня контейнеров много, и я люблю сразу же отвечу на Машин вопрос, копить их, да, и в дальнейшем уже открывать, потому что, ну, пока у меня ничего там нету. Кроме кристалликов, которые могу пофармить, и припасов, у меня, к сожалению, там ничего не имеется. Вот, кстати, нам показывают в Steam вроде ключи. Не переживайте, это не как в Counter-Strike. Вам не надо дополнительно выбивать еще и ключи, чтобы открыть контейнеры. Смотрите, что у нас произойдет. Теперь вместо контейнеров вы получаете именно ключи. Во всех миссиях или челленджах, в любых местах, где вы могли получить ящик, теперь вы будете получать ключи. С этим ключом нужно пройти в раздел с контейнерами. Сейчас контейнеры состариваются. Вы можете вереницей копить. Анимация, кстати, прикольная. Но надеюсь, что в скором времени мы уже сможем оценить на основных серверах. Их пока в один день не захотите открыть. Главная неприятность, которая грозит вам, заключается вот в чем. Во время текущего события нельзя выбить актуальное наполнение из состарившегося ящика. Это часто запутывает вас. Вы видите в анонсе классные предметы, заходите в гараж, чтобы выбить их, но открывать начинаете старые, что автоматически лишает вас возможности выбить то, зачем вы зашли. Теперь и ключи, и контейнеры никогда не будут состариваться. Содержимое контейнера будет лишь обновляться. Вы сами вправе дождаться того события, на котором вам понравится наполнение контейнеров. Вот это неплохо, потому что я постоянно сталкиваюсь с проблемой, когда у меня появляется ультраконтейнер, а в котором пусто. Вот как сейчас, пусто и все. То есть я как бы хочу что-то ценное себе, а у меня контейнеры получены за миссию, но из них я выбить могу ровно практически то же самое, что из обычных, там припасы, кристаллики и все. А поэтому это даже вроде как звучит пока что на самом деле логично. Вы берете ранее заработанные ключи и выбиваете нужные предметы. То есть, если вы получили ключ сегодня и вам не нравится тот дроп, которым наполнен ящик, вы можете просто не использовать ключ и впасть в режим ожидания. Я знаю, что вы хотите спросить. Орех, а где же скам? Ребята, без паники. Скам на месте. Во-первых, конвертация из текущих контейнеров в ключи не будет проходить один к одному. Ключи намного ценнее, чем состарившиеся контейнеры, и мы меняем их в соотношении 10 к 1. Ага, то есть я вместо 400 контейнеров получу, друзья, уже 40 контейнеров. Все ясно, значит, наверное, придется открывать, потому что в обычные контейнеры вряд ли что-то интересное запихнуто. Разработчики, я предполагаю, поэтому я бы на вашем месте, как и я, наверное, поступлю, это открою просто контейнеры, чтобы не оказаться в ситуации, когда меня разработчики заскамят. А либо же нужно снимать видеоролик, друзья, по поводу того, как меня заскамили. Поэтому поддержите лайком видеоролик обязательно. Если набирается 200, то мы вместе с вами снимаем, как меня заскамили. Либо я поступлю гуманно и заранее об этом позабочусь. Но летим дальше. Не спешите паниковать.
мы заранее предупреждаем вас, чтобы у вас был выбор. Открыть все состарившиеся ящики сейчас, либо ничего не делать. Но тогда, после конвертации, вы получите свое количество новых ключей. Обратите внимание, что ключи будут для стандартных, ультра, недельных и для скин-контейнеров. Все остальные контейнеры перестанут действовать. Но мне, кстати, интересно, почему для недельных добавляют ключ, если же недельные, как минимум, очень редко, ну, хоть и меняются, но реально достаточно редко, что в них может поменяться, да, в плане наполнения, как раз-таки у них все остается по-прежнему. Это говорит, наверное, о том, что разработчики планируют экспериментировать, возможно, что-то добавлять новое, а разве что из-за этого. Это еще не все. Это еще не весь скам, друзья. Это далеко не все. Разработчики готовы скамить и скамить нас дальше. Из-за того, что ключи ценные, получить их на ивентах станет сложнее. Сейчас за один уикенд вы получаете примерно 15-18 ультраконтейнеров. И это немало. Делалось это для того, чтобы игроки с большей вероятностью могли достать редкие новые предметы из дропа. Сейчас ситуация изменилась. Ключи можно накопить на одном ивенте, а потратить на другом. Соответственно, нам больше не нужно. Но при этом шанс выбить тот же новый предмет, да, условно там, если бы же на одном ивенте я хотел бы выбить там скорпиона из красного, а на другом викинга из красного, то шанс не меняется. То есть также по-прежнему я имею примерно тот же шанс на один или иной предмет в случае попытки открытия и выбивания предметов. То есть да, как бы на другой предмет у меня шанс возрастает, потому что он, как ни странно, в этом обновленном контейнере теперь имеется, но так-то шанс по-прежнему один и тот же, по идее. Нужно компенсировать состаривание. С одной стороны, это неприятно, а с другой, вот что мы сделаем. При открытии обычного контейнера вам... Так, кстати, что за интересная надпись появилась, вы видели на экране? Что-то там точно было. Давайте посмотрим вместе с вами со скоростью 0.50, что ли. Так, внимательно, какая-то по центру надпись была. Как-то ли она связана с чем-то следующим? Frame, not analyzed, for stabilization... Клик анализ. Ладно, возможно, кто понял. К чему это может быть? Напишите в комментариях. Слушаем дальше. При открытии обычного контейнера вам может выпасть ультра-ключ. А, это, видимо, по поводу того, как нас камит сильно, что надо проанализировать, наверное, момент, да? В эпичной категории. Но и это еще не все. Нам ничего... Ага, еще скам. Скам скамов, друзья. Смотрим, слушаем внимательно. Не мешает положить в ультраконтейнер ключ от скин-контейнера. Угу. Не, ну, звучит, конечно, классно. С другой стороны, я помню, когда раньше у нас падало с обычного или ультраконтейнера коинбоксы. А с коинбоксов падали, возможно, там условные пидстоп ящики. Из пидстоп ящиков по итогу уже ничего. Из категории экзотические возможно достать ключ, который даст вам новый скин. И вот какая вещь получается. Открывая стандартный контейнер, получаете ключ ультра, этим ключом открываете ультраконтейнер и получаете скин. И среди игроков когда-то появится тот, кто, открыв стандартный контейнер, получит... Которому точно повезет из тысячи других, который сможет добраться изначально с обычного контейнера до скин-контейнера, получить ту самую нужную и заветную награду. Но при этом остальные игроки, к сожалению, окажутся в ситуации, когда у них этого не получится. Хороший скам, Орех. Хороший, парни. Поддержите комментарием. Обязательно этот видеоролик. Получит скин. То есть, понимаете, вы просили нас улучшить стандартный контейнер, а мы положили контейнер в контейнер в контейнер. Гениально. Как-то так, господа, поэтому делитесь своими комментариями, как я ранее говорил, интересно узнать ваше мнение по поводу этого всего. Началось вроде так классно, но по итогу вышло все как раз-таки даже очень печальненько. Хотя, с другой стороны, конечно, в моем случае я лучше получу 40 ключей, условно, да, которые позволят что-то новое мне получить, возможно, с неким шансом определенным. Но все же. Поэтому дожидаемся обновления, ждем как раз-таки скам от разработчиков. Ну и там уже будем вместе с вами оценивать, конечно, делиться своими комментариями и впечатлениями. Но пока что звучит, конечно, все это очень чересчур безумно. То есть даже разработчики уже не стесняясь говорят о том, что это дикий, нереальный просто скам игроков, которые хотели бы что-то попытаться выбить где-нибудь вот там вот. И возможно одному из тысячи, либо десяти тысячи, точно наверняка это... получится сделать, выбить какой-нибудь новый и достойный предмет на свой аккаунт. Поэтому, друзья, с вас огромнейший пальчик вверх за подобную информацию. Также, если вы первый на канале, подпишитесь и прожмите колокольчики. Ну а с вами был Immortal Hero. Желаю всем хорошего дня, ну и до скорых встреч.
знаешь конца.